Всем привет! Продолжаем прохождение Dark Souls 2. Пока мы на этой локации, да, вы не удивляйтесь, потому что я забыл вам показать еще одного НПК. Кстати, 99% что на нас кто-нибудь нападет, так всегда бывает, абсолютно всегда. Вот, видите, на меня напали уже. Нет, скорее всего, какой-нибудь темный дух будет торгаться и все дела. Сейчас быстренько пробежимся, а потом я просто уже косточку заюзу, чтобы время не тянуть. На. Потихонечку я уже перехожу на магию. Опа. Кстати, я тех ящериц, да, которых мы пропускали там на старых локациях, я их всех собрал. И в Железной Цитадели там была, и там еще в других местах. Всех собрал ящериц. И опять же, я говорил, да, что ящериц тяжело убивать, это, например, с меча подбегать, и тяжело это делать. Но это легко делать с помощью магии, то есть какой-нибудь шар прицеливаете, шар запускаете, я вам потом еще покажу, как можно прицеливаться далеко. Вот, это у нас Кенслер Валергалл. Кенслер Валергалл. Ну и все, собственно говоря, он тоже торгует, там дает нам вещи. Так, когда мы у него покупаем на определенную сумму, он тоже какой-то приз дает. Вот я у него купил широкое кольцо связи плюс один. Это чтобы не ломался мой меч. И большой магический барьер, но он нам не нужен. Эта вещь хорошая, безусловно. Так, да, это я уберу тогда, поставим вот. Ага. Вот этот магический барьер вещь хорошая, да, согласен. Но он нам, в принципе, мало чем пригодится. Может пригодиться только вот против одного босса, да, который... Пилигримы тьмы, там босс этот крутой. Там может пригодиться. Сейчас мы, короче, уходим, телепортируемся. Вот сюда вот. И все, и продолжаем дальше. Ой, не туда. Мы уже с вами открыли новую локацию. Все, идем туда. Локация нелегкая. Нашел я посох, да, все хорошо, сейчас я покажу вам. Но большая проблема у меня будет с поиском камней. Чтобы зачаровывать оружие на магию, да, вот с этим будет проблема. Ну, как-нибудь найдем, что поделать. Вот он, посох. Смотрите, или то, что у нас было, вот он, у нас был посох колдуна. 90 плюс 77, 90 плюс 31. А, это мы нижние не смотрим. Мы смотрим 90 плюс 77, это атака. Теперь берем посох Аманы. 184 плюс 159, чуете, да? И потому что, видите, скалирование идет на S-ку. Еще я сделаю апгрейд. Но апгрейд даже не суть в этом. Он даже на первом левеле был гораздо сильнее. Видите, 560. Уже 560 атака у меня. Понимаете, да? Магии. При том, что у меня не самый сильный посох. Будет еще сильнее. Так, здесь я вроде заходил. Я на этой карте немножечко побегал, чтобы этот посох нафармить. Но я старался не брать итемы, да, чтобы мы все с вами поднимали. Вот здесь, короче, висел мужик, да, на дереве. Но его поднимать не нужно. Надо ударить по деревцу, и ветка отвалится. Он появится внизу, я вам покажу. И вот здесь вот ящики, да. Ой, здравствуйте, я вам помешал. Я взял, я не помню, что здесь лежит. Взял отсюда. Ну там какая-то ерунда, короче. Так, все, бежим вниз. Кстати, прыгать в воду это небезопасно, потому что урон все равно будет огромный. Хотя, если одеть кольцо кошки, то можно вообще спокойно просто. Вот, у нас сейчас будет два болта. Большая стрела душ. Я хочу наконец-то... Сейчас, секунду. Так, что-то в глаз попало. Ну, короче... Я хочу попробовать перейти на самонаводящиеся заряды. Я вот почему-то никогда их не использовал. Я вот люблю такие. Видите, я даже попал, не видя его.
Так, понимаю. Кстати, из этих зомбиков, да, это тоже зомби, такие мутанты, из них очень часто выпадают белые каменистые блин, как он называется? Шелковистые камешки, короче, называется. Вот как. Опа, 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 опа. Жалко, что у меня оружие не зачарованное. Идиот я кусок. Если было бы зачаровано, я бы убивал с одного раза. Самый большой минус этой локации, здесь очень много пропастей. То есть, вы думаете, туда спокойно можно дойти? Нет. Вот, посмотрим сюда вот вниз. Посмотрим, 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 посмотрим. Вот, видите, да? Дальше тупо пропасть, нету дна. Все, вы проваливаетесь, игра закончена. Game over. Это самый большой минус. И будут там дальше такие ситуации, да, что прямо на ровном месте может быть дыра. Мерцающий титанит. Блин. Если я найду еще один... Как называется, блин? Не осколок, а окаменевшая кость, да? Которая тоже для апгрейда. Вот тогда я сделаю еще апгрейд оружия на один левел. Вот, видите, да? Здесь стоит сундук, кстати. Вот он. А за сундуком пропасть. Гриппа Элизабет, полная шляпа. Но это больше идет для... Вот... Так, убили. Это больше отсылается к первой части, я читал, да? Хотя я первую часть не играл, но ладно. Там, по-моему, какая-то Элизабет была, какая-то добрая. Вот надо очень осторожно, потому что они могут прыгать прямо возле края. А вы можете подумать, что все нормально, да, и все, и нырнули туда. Опа! Поймал. Если я буду бить двумя руками, то само собой я буду убивать с одного удара. Но я говорю, мне хочется скорости. Я уже устал играть двуручным оружием, поверьте мне. Как я устал двуручное оружие. О-о-о. Все, видите, когда она пела, эта девушка, которая здесь сидит, то все эти мутанты, они спали. Когда мы подходим близко к этому домику, она перестает петь. Видите, они оживают. Вот они, мутанты. Сейчас они будут на нас прыгать сами. Смотрите. Вот он, видите? Сам нападает. Давай, шелковистый камушек. Да. Все, открываем, поговорим разок. На! Кого я убил? Никого не убил? Здесь у нас ничего нету. Но это не поможет никак. Все, вот такие вот дела. Она все рассказала, что она поет, малыши танцуют, и тьма спит. Но нам это не интересно, идем дальше. Вот в замке, помните, Дранглинг замок, там еще вверх лифт поднимался, там еще мужик, короче, висел, закованный. И в этой темнице, да, там тоже была такая же девушка. А я вот сейчас подумал, скорее всего, ее нужно освободить, но это само собой, да. И, скорее всего, нужно будет вернуться к этой. Тогда я такого не делал. Она, может быть, за это приз даст. За то, что мы освободили ту девушку. Она может сказать, типа, приз в студию. И все. Видите, сейчас это существо опасно. Если она сейчас запоет, вот. Все, видите, звездочки появились, такие желтые. Сначала убьем давайте этих мутантов. Потом дальше у нас будет костер. Ох, я долго, да. Нет, плохо. Долго замахивать. Да я хочу. Да мне пофиг, я не буду отпрыгивать. Сдохни. Тварь. Вся суть проста. Надо просто ударить первым и начать замес первым. Все. Так, самоцвет жизни постоянно выпадает. Оружие нормально, видите, хватает его прочности. Хотя она ломается быстрее, чем многие оружия, потому что, видите, это все-таки лунный меч. Кстати, да, блин, сразу 2 икса агрил, ну за что?
Кстати, вот эти вот мудаки, да, они очень быстро бегают, очень быстро. Ну, видите, да? Даже не дают скастовать, мрази. Ну, ладно, ладно. Угу. Какая хилка? Забудьте про хилку. Пошел отсюда, мразь. Пошла в жопу, дура. Если надо, побежим до самого начала. Вот, сейчас я начал, видите, атаку, да? Сразу минус 2. Ну, ничего страшного не произошло. Мы всего лишь выпиваем баночку. Тем более, скоро будет костерчик. Здесь тоже есть одна секретка такая, ну, простенькая. Так, здесь нужно аккуратно смотреть. Вот я вижу слева. Я хочу убить всех мутантов. В принципе, мне нужны шелковистые камушки, да? Потому что мне нужно найти вот этот вот камень магии. Мерцающий камень, по-моему, называется. А его найти довольно сложно. Как ни странно. То есть, когда он вам нужен, вам найти его сложно. Когда не нужен, у вас там по 5 штук валяется. Да, из них выпадают еще человеческие фигурки. Опа! Ну-ка, сколько у меня камушек? 4. Во! Эта душа выпадает, помните, где было 2 гиганта, охраняли ключ? Я вам еще не показал самый сильный сет, но я потом покажу обязательно, я помню об этом, да? Вот, камень кровотечения, кровоточие или кровотечение, вот, он только он может выпадать из них, то есть другие камни не выпадают, потому что у них атака, видите, имеет свойство кровотечения. На. Так, это ящик нормальный. Драконий талисман, полная шляпа. Все, там дальше, по-моему, ничего нету. Мы туда не идем, мы идем сюда. Сейчас будет здесь вонючка. И слева будет еще 4 мутанта. Ты мне ничего не дашь? Как вариант. Видите, они по одному просыпаются, когда вы атакуете. Ну, потому что они спят, само собой. Кстати, если бы вы убили ту девушку... То а эти бы не спали. Хотя смысла нет ее убивать. Что у нас здесь за плюшка? Мерцающий титанит. Не то, да? О, собираем пока гладкие шелковистые камушки. Нет, мне нужен мерцающий камень. Все, мы дошли. Сейчас будет второй костер. Вау. Да, как ни странно, нас стреляет какая-то мразь, да? Вы думаете, что же за мразь тебя стреляет, да? Это вот бич. Бич этой локации. Бичандра этой локации. Так, сейчас, секунду. Все, let's go. Вот, собственно говоря, из нее и выбивал я посох этот, да? Ну-ка, друг мой, иди сюда. На. Давайте даже оденем шапку пока. Потому что я говорил, у нас будет другая шапка. Но мы пока оденем эту. Даже мы оденем не вот эту. Я говорю, что неизвестно, какая между ними разница. Ну, давайте. Каждый по-своему думает. Сейчас я вам покажу еще один секрет атаки с дальних расстояний. Это, опять же, мало кто знает. Вот, да. В этом месте нужно бить 3 раза. Потому что он сидит неудобно, и меня меньше ударяется об эту фигню. Как же нам стрелять сдалека, если мы не можем взять на цель врага? То есть я не могу автоприцел взять. Все очень просто. Для этого нам нужен бинокль. Бинокль, да. Просто прицеливаемся с бинокля, середина экрана наша, куда полетит заряд. Учитесь, господа. Это Dark Soul. Это очень удобно, когда вы играете через бинокль. Сейчас, вот. Кстати, если вы стоите сильно далеко, да, то заряд может не долетать. Этих можно было убить с руки. Зря я, конечно, бью так, но ладно. Она еще и не сдохла, смотрите, мразь. Давайте мы этих убьем с руки, но потом дальше их будет очень много, и нам придется убивать именно с расстояния в любом случае.
Сейчас будет еще одна, потом там будет такой перевал. Ах ты, мразь, иди сюда, убью. Там дальше, кстати, надо быть осторожным, потому что там дальше пропасть. Да сдохни уже. Давай, оставляй. Мерцающий титанит. Вот здесь у нас тоже есть зверьки. Опа, опа. Вот здесь уже надо быть очень осторожно ходить. Очень осторожно. Смотреть, в первую очередь, так, под ноги. И вообще, я посоветовал бы даже факел носить. Вот в этой локации факел очень хорошо может зайти. Так, там сейчас еще будут стоять. Нет, пока мы факел не будем включать. Но я потом как-нибудь покажу вам. То есть факел очень хорошо освещает именно. Видите, мне тяжело идти, блин. Так. О, а я не помню, что за камень. Ну-ка, подожди. У нас очень много этих, ключей. Кстати, а я не помню, я, наверное, не видел это. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой. Дальше там ничего нету. Так, кого убить? Я могу сразу пятерых минусануть. Так, хорошо, здесь все спокойно. Ну-ка. Ладно, поверим. Опа. Спиральная алебарда. В смысле, это, наверное, который танцует, что ли? Фигня эта тупая. Скорее всего, да. Так, стоп. А, нет, другая алебарда. Прикольно. Ладно, потом посмотрю. Так, идем дальше. Вот здесь вот у нас уже пропасть. Вы видите пропасть? Я советую вам исследовать всю эту локацию. Локация очень интересная. Всякие разные плюшки могут быть. Ну ладно, вы меня уговорили. Давайте мы зажжем, чтобы я показал разницу. О, видите? Вот так уже упасть почти невозможно. То есть все хорошо видно. Кстати, да, это кувырки делать с факелом нельзя. Если вы сделаете кувырок в воде, то факел потушится, как ни странно. Это называется супер физика XXX 1900 миллионный год. Молодец. Вот я как раз и сделал то, что не надо было делать, ну ладно. Я вам привел два примера, как играть с факелом на этой локации, как хорошо видно. И почему не нужно делать сальто. Так, осторожненько исследуем. Вот, видите, да, пропасть, пропасть. Дальше идет пропасть. А, давайте держаться ближе к этим островкам, и проблем у нас никогда не будет. Сюда можно зайти, но там тоже будет потом пропасть. Ух ты, сразу восьмерых, нифига. Как вас много. Да вы мне не то даете. Что за параша? Вот, пропасть. Так, а плюшки есть? Не, плюшек, видимо, здесь нету. Блин, хочется исследовать всю локацию. Давайте исследуем тогда. Еще раз мы зажжем. Я 100% уверен, что где-то я что-то пропустил в прошлый раз, когда я играл первый раз. Например, вот сейчас камень нашли, да? Так, там мы начали, там ничего нету точно, да? Поэтому идем туда. Ого. Три девицы под окном. Что такое? Это дверь, что ли? Нет? Что это такое? Ничего, она показала. Вы видите, да? Как интересно. Здесь какое-то продолжение идет.
Там дальше будет, да, Огр, я помню. Кстати, Огр здесь сильнее, чем в других местах. Убегаем, убегаем, не хочу с ним драться. Нам нужен следовод, нам нужна эта девушка. Нужно ее ликвидировать. На. А, нет. Нет. Сейчас работает кровотечение. Надо убить эту мразь обязательно. Фух. Они некрасиво поступают. Очень некрасиво. Не по-мужски. На. Вот тот самый пример, как я говорил. Сейчас будут их все больше и больше. Миллионы будут. О, плюха. Опа, чирик. Огненная семья. Ну, собственно говоря, давайте сделаем следующее. Вот так. И вот так. Не, это большая. Немного кривовато. Ой, блин, да что ж такое? Застрял я. Не, я не могу, блин. Сейчас, подождите. Он спотыкается об лестницы тупые. Да посрать на тебя, посрать, давай. Не, не долетает. Видите, еще минус в чем? Что если вы стоите слишком далеко, то заряды не будут долетать. Нужно ближе идти, ближе. Да, текстура. О. Да. Все, кончились у нас заряды, все мимо, короче. Надо еще привыкнуть, просто я же магом-то давно не играл. Да сдохни ты уже, что ж ты не подыхаешь, а? Вы видите, она просто не долетает. Еще, давай, еще. Кстати, у меня есть, скорее всего, еще хороший иммунитет к магии. Угу. Ну все, убили вроде, с горя пополам. Давайте еще прочекаем здесь, что у нас здесь есть. Блин, ну ладно, опять используем. Уж лучше потратить, да, чем просто сдохнуть. Ага. Ну иди сюда, давай подеремся. Что ж такое? Пилюля выпала. Пилюля. У нас какой-то мостик. Да. Видите, еще интересное место. Островок. Островок, островок, я тебя съем. А, здесь ключ нужен, да? О! А, это баг. Вот, надо запомнить, что здесь у нас есть дверь, да? Значит, нам нужен будет ключ. Кстати, возможно, ключ это который мы потом получим. А оружие ключ. Может, это он и будет. Все, идем дальше. Опять проверяем. Так, осторожнее. Надо очень, очень осторожно. Нифига вас много. На. О, там что-то еще есть, да? Давай, веди меня туда, веди. В поисках Немо. Ну пошли вон. Кстати, здесь уже рядом сейчас костер будет. А, нет, он не совсем рядом. Ну скоро будет костер. Ой, матерь Божья, что это за... Тяжело его будет убить, потому что я говорю, они отличаются от тех, кто были в начале. Попробую. Кстати, если он меня схватит, он, скорее всего, убьет 100% меня. Ой.
Самое главное не улететь далеко. А, у меня кончились заряды. Ну давайте хоть раз используем эту чушь, которая регенит заряды, правильно? Зачем он просто так валяется? Вот. Или вот. Хотя мы уже было ту, ну ладно. Большая дежурка, большая стрела души. У меня стенка двигается, да? Короче, ладно, ясно. Не двигайся, тебя снимают на камеру. Дайте мне забрать плюшку. Кольцо жизни плюс. Так, платье поющий, кольцо жизни плюс 2. Интересно. Ну-ка, платье поющий. Платье ноющий. А, устойчивость к магии. Я говорю, что у них, скорее всего, одежда устойчива к магии. И кольцо жизни. Ну, хорошая вещь. Смотрите, у нас сейчас 2060, да? Вот, 2300. То есть, 2060 на 2317. Ну, не знаю. Давайте походим, да? Но у нас зато будет выносливость медленней. Так, я думаю, сейчас можно пробежаться. Пойдемте дальше проходить. Я знаю, куда идти нужно. Здесь же вроде нигде упасть нельзя. Это не факт. Где я вообще? А, вот. Нам нужно в этот домик идти. Здесь прям может в земле быть дыра. Такое тоже бывало. Вот дыра, смотрите, а? Чуете, да? Вот. Здесь у нас, короче, будет фантом. Можем будет призвать фантома. Ах, ну это все так сложно, конечно. Пока фантома призывать, я думаю, смысла нет никакого. Хотя можно сделать так. Можно призвать фантома. Он просто поможет нам дойти до следующего костра. Но фантома будут убивать быстро. Ой, это немного другой человек. Молодец. Давай, минус 2 сделай. Сдохнул! Нормально. Полиция и шлем. Все, скоро будет костерчик. Надо, кстати, костерчик такой необычный, геморройный. Кстати, почему-то дальняя первая начала стрелять, нежели это. Да где же ты, дебил, кусок? Что ты там делаешь? Ты обосрался, что ли? Да, он. Ну, типичный бот. Вот здесь уже надо быть осторожным. Ну-ка, там ничего сбоку нету. Смотри, там какие-то плюшки, да? Ой. Убивай, убивай. Так, что, попробуем убить этого монстра? Пускай этот бежит на него. Сейчас нам босс не нужен, потому что сейчас мы все равно к боссу не сможем пойти. Сначала нужно активировать, будет костер, отрегениться. Мучайся, мучайся. Так, скушаем эту фигню. Убей его! Нормально, ни разу не промахнулся даже. Профессионал. Оу! Оу! Знаете, сколько у нас хп, вы видите? 2300 уже. 2300. Тракториста, это еще мало. Что ж там балуешься, а? Да, здесь еще есть такой юнит интересный, короче, подводники. Катарана, по-моему, я не помню. Так, нам туда нужно идти, да? Ну что ж. Let's go. Ага, let's go. Так бы я туда и навернулся. Это тут стоит. Там две эти стоят, что ли? Да вы что, гоните? Ладно, идем.
Вот тяжело, конечно, играть в воде. Я уже говорил, да, что у вас медленная скорость. Ой, все, началось, ой, началось. Ага. Пропасть видали, да? Прям вот один шаг и все. Ну, злодеи, разработчики. Вот, говорю, вот, смотрите, бла, здесь даже не отойти вообще никуда нельзя. Офигеть. Видимо, реально что-то хорошее охраняют. Помоги, чувак, убей их, фас. Блин. Смотри, какой бот тупой, абсолютно тупейший, он даже ничего не делает вообще, просто стоит. Так, по идее, она должна упасть. Да, нормально. Так. Ладно, пойдем на пролом. Сюда иди. На! Прыгай вместе с ней, ныряй. Так, что же здесь такое? Хилочка, да? У-у-у-у! Осколок фляги, господа. То есть, по факту, у нас полностью апгрейджена фляга. 12 штук мы собрали. Или даже больше уже собрал. А здесь что такое? Наверное, хил какая-нибудь, да? Камешек. Клинок света. Клинок света, я про это, по-моему, говорил, да, это зачарование молнии, это отличное заклинание, одно из лучших в игре. То есть это баф на оружие, которое молнии накладывает, вот, да, офигенная тема. Там, по-моему, 50 удар молнии, еще 50% идет, если у вас уже зачарована молния изначально. Офигенная тема, короче. Быть может, потом я опять, да, моча в голову ударит, я потом что-нибудь еще придумаю, новую раскачку. Интересно, а можно ли лук зачаровывать бафом? Интересно. Это была вообще бы читерская тема, прикиньте. Берешь лук, да, зачаровываешь его в молнии, а у нас уже есть лук молнии. И накладываешь баф молнии. Блин, как же здесь стрёмно ходить-то, а? Мы с вами исследуем все досконально. Видите, какая локация, да, большая? Это не маленькая, большая локация. Теперь мы сходим сюда. Нужно все обязательно посмотреть. Все посмотреть, все секретики надо найти. Что? Это все урны, что ли? Офигеть. Ну вы наркоманы. Ну-ка, подождите, а если я сделаю немножечко поумнее? Что-то не хочу к ним идти я как-то. Не, жесть, конечно. Я сначала не понял, что за глаза такие торчат. Эти глаза торчат, реально. А смысл? Ну ладно, допустим, я прошел испытание. Дальше что? Не, вот это реально интересно, когда вот так идешь на поиски неизвестного. В прошлый раз я здесь ничего не исследовал, просто быстренько пошел и убивал всех подряд боссов. Но сейчас мы все исследуем. Так, я вижу край, край земли. Хотя бы не ловушка. Огненная буря. Ну это все мне не нужно, ну пускай будет. Быть может потом, когда я решусь там полностью в мага пойти. Огненная буря, да это по-любому пиромантия, ну посмотрим. В любом случае, мне потом надоест, когда я уже игру пройду, все, я буду пробовать разные варианты раскачки. Ну все, идем дальше, идем к следующему костру. Так, ты тут нежелающий. Не... Ты тут нежелаемый гость. Идем осторожно. Ой-ой-ой-ой-ой. Останьте это от меня. Сдохни. Да убей ты эту дуру. Убить ее надо. Давай мне посох еще один. Молодец. Так, там мы были, да? Да, там были густые заросли. А, вот они. Как же вас много. Кстати, здесь очень опасно ходить, да, потому что можно провалиться в любой момент. Бот не провалится. То есть он может упасть, если его толкнут, но он сам никогда не упадет. То есть он не провалится просто так. Ну вот.
Я иду к тебе, моя красота. Офигеть, да вы что, шутите? Ой-ё, ой-ё. Всё, мне попа, короче. Не, это жестко, это слишком жестко. Да, ну само собой, вы видите, у них скорость в 50 раз быстрее нашей. В 50 раз. Ну ладно, перематываю. Так, ну все, я в том же самом месте. Убили двоих магов. Там, кстати, еще двое стоят. Два неприятных типка. И там еще маг есть, кстати, тоже плохо. Здесь их очень много, короче говоря. Ах ты мразь, а на хиле, смотрите. Тварь. Да что вам надо от нас? Да вы сдохли в любом случае, смиритесь. Так, все, просрали мы нашего бота. Все, и заклинание просрал, ладно. Хотя бы дошли до костра следующего. Пускай выпивает. Да, это, я говорю, одна из самых неприятных локаций. Вот именно из этих магов, из-за воды, да, тяжело двигаться. Кстати, эти, да, мутанты, они не отравляют, они ломают ваше оружие. Когда они начинают вонять. В любом случае, я хочу отхилиться. Давайте убьем тогда разок. Пау! Пау! Так, а если мы сделаем побольше? Я еще сбегаю, гляну, где можно нормальное заклинание взять. Все-таки нужно попробовать реально самонаводящиеся хоть раз. Просто интересно, как это будет работать. Нормально, нет? Так, что у нас там по времени? У вас времени еще много, смотрите, как странно. Так, блин, вот массовая хилка. Как же не хватает массовой хилки, а? Как бы быть? Наверное, все-таки придется мне... Хотя, смотрите, хотя бот хилится. Угу, у меня еще оружие, да, сломано. Убивать мы их не будем в любом случае. Попробую сделать вот таким вот образом. Потом эти все плюшки я подниму, но это будет потом, потому что в первую очередь нам нужно убить босса. Ой, как много-то вас, как же вас много. Братюня, ты дошла, нет? Ой, идиот, видите, хорошо. Все будет один из самых тяжелых боссов. Ну, лично для меня, неприятный босс. Все, пошли в жопу. Нас не тревожить. Так, давайте выпьем. Всю? Нет, не всю. Давай хилься, Фелиция, хилься. Это просто исчезнет. Все, не хочешь нам разговаривать. Видимо, мы недостойны. Окей, ладно, тогда попробуем сделать еще вот так. Фух. С первого раза, конечно, убить это будет очень тяжело. Очень. Ну, будем пробовать. У нас ХП много, надо еще побольше сделать ХП. Магии там почти не будет, поэтому поставим ХП. С самого начала она будет стоять на одном месте. Поэтому мне нужно сделать грамотно все. Не, не успею. Хотя, смотрите, успел. Какая красота. Какая красавица. Сейчас как? О, бомбанет. На. Так. Что ты хочешь придумать? Расскажи мне, давай. Так. И вот самое неприятное, окей. Все убило, да? Ну ты что ж за тварь такая? Не нужно убивать ее, не нужно. Попробуем по-другому, попробуем вот таким вот образом.
Ох! Нет, не таким я хотел образом. Давай, попробуем стоять прям вплотную, чтобы она... Ой, как больно-то, вы видите, да? Ой, как больно. Давай, вылезай, тварь. На, по роже. О, тю. Так, хилься, хилься, живем. Не отходим, не отходим. Не нужно отходить, не нужно. На, по роже твоей страшной. Не отходим. Вплотную в идеале. Так, сейчас проказ будет делать? Блин, я возле стенки застрял. Черт. О, все, молодец. Красотка. Спасибо стенке. Это тот самый момент, когда стенка играет лучше, чем босс. Так, ну вот, собственно. К сожалению, не получилось с первого раза, да. Хотя, потенциал был огромный, но вот прижало к мне к стенке. Сейчас я сделаю иначе. Сейчас я сначала просто убил всех по пути, да? Чтобы вот, НПК, чтобы, видите, был фуловый. Вот он, фуловый вообще. Ну и пойдем, попробуем еще раз. Сейчас... Ну что говорить? Ну что здесь говорить? Пойдем еще попробовать. Пускай не стреляет, пускай стреляет. Все равно, просто бежим. Пофиг вообще, просто бежим. Просто бежим. Я потом их всех поубиваю, но сейчас я хочу именно пройти эту миссию этого босса. Продамажил, да? Мрази. Но все равно ХП больше, чем было в прошлый раз у нее. Пойдем. Сюда иди. Ну что ж, давайте пробовать. Большая тяжелая стрела души. Я говорю, босс в принципе не сложный. О-о-о-о. Еще не забывайте, что у меня еще оружие не самое сильное, еще не зачарованное в этот, в магию не зачаровано нифига. Ну ничего, ничего страшного. Затащим. Кстати, скушаем, еще скушаем. Хоть раз за игру-то можно использовать фигню, это бесполезно. Да господи, переключи его. Это было слишком долго, ну ладно. А, расстояние достает. Ну ладно, забейте. Короче, можно было просто не включать, ладно. Полный бред. Ну давай, лягушка, чи-чи-чи. Оха! Нифига ты дерзкая. Само собой, ее бить можно только по лицу, как ни странно. Блин, а, короче говоря, бот здесь бесполезен абсолютно. Опа, опа. Куда ж ты пошла? Дивная красавица. Вот плохо, когда она сейчас будет крутиться. Все, бот сдох. На, мразь, на, по роже твоей страшной. Давайте повернемся. Что, будешь крутиться? Кстати, бить ее надо именно по рукам. Окей, ладно, допустим, даже так. Давай, карусель, карусель, карусель. Не, бот реально не помог вообще ничем. Да ты что, издеваешься надо мной? А, ты еще и продамажил, молодец. Ну, покажи свое личико. Так. Ха-ха-ха, красава вообще, молодец. Не буду я обнимашки с тобой. Уродище ты. Обнимашки хочет, обнимашки.
Вообще, бота не вызывайте. Вы видите, что ни малейшего от него толку вообще нету. Можно бить, кстати, по рукам, да. По рукам, по рукам, по рукам. По рукам, по рукам, по рукам. О, какая ты большая. На. Почти, почти, ладно. Давай, покажи свое личико, красотка. О, тю-тю-тю. А если я сделаю вот так и вот так? Ладно, со второго раза. Со второго, по-моему, да? Что я забыл, да. Вот, ключ скованного. Первый раз, я говорю, ей просто повезло, ну, к сожалению. Так что все нормально, мы раскачиваемся, мы убиваем ее со второго раза. Хотя должны были с первого, но там зажали возле стенки, я не мог ничего сделать. Так, стоп, я не помню, здесь дальше выход-то есть или все? А, вот он выход. Все, отлично, мы получили ключ скованного. Я помню еще про дверь, которая была в начале, надо будет ее обязательно проверить потом. А, это вот, это другой выход, да? Другая сторона. Давайте зажжем. Я обязательно уже сам потом пробегусь, здесь все плюшки подберу, чтобы ваше время не тратить. Я помню, что я что-то пропускал, да. Скорее всего, это возле второго костра там что-то было, по идее. Никого нету, я надеюсь, а? Пожалуйста. Ну, дяденьки, пожалуйста, не убивайте меня, пожалуйста. Давайте посмотрим, что это такое у нас. У нас появился ключик крутой. О! О! Тю-тю-тю-тю-тю! Тихо, осторожно. Только не ловушки, а. Магическая стрела, да пойдет. Бывало и получше. Были лучшие времена, но пойдет и это. Ух ты! А я не помню этого. Костерчик? What the fuck? Зачем здесь костер? Ну, допустим, и что дальше? Вот, например, вот эту фигню я, по-моему, не помню. Я вроде сразу шел дальше, в другое место. Закрыто, значит, это не этот ключ получается. Значит, той двери тоже смысла идти нету. Ой, ёлки-палки. Мы, наверное... А, нет, смотрите. И что, выхода нету? Помоги. Ну, это тоже оставим. Кстати, мне потихонечку лайкают сообщения. Вы посмотрите, 7. 7 лайков. Я вообще крутая чика. Ой, крутой пацан. Написано. Давайте мы напишем сейчас сообщение тоже. Ну, видите, да, что не очень здесь хорошо вышло. Зачем такую вообще фигню делать, я не понимаю, а? А, подождите. Короче, разрабы, вы мудаки, ладно. Все сообщение. Вот так и размышление. Я этого не вынесу. Вот так. Я этого не вынесу. И где? Это он там я оставил? Ну ладно, что ж делать? Можно было кольцо кошки, да, но я что-то не хочу даже пробовать. Хотя, я думаю, здесь можно было выжить с кольцом кошки. Тем более у нас ХП миллиард. Интересно, у нас еще одна дверь, да, здесь наверху. Это очень интересно. Еще одна дверь в начале. Это еще интересней. Здесь я все взял. Хорошо, идем сюда дальше. Все исследуем досконально. А, засранцы. Видите, обрыв. То есть можно было сделать сальтуху и утонуть. Все, скоро мы наконец-то дойдем до склепа. Опа. Ну что ж, уходим отсюда, что ли? Блин, так быстро. Уже спереди.
Ну, как раз сейчас мы сам и не спустимся и закончим на этом. Там по-любому должен быть костер. Я не помню, что дальше будет за локация. Наверное, склеп будет, я не помню, но неважно. Все равно я знаю все локации. Наверное, будет склеп, по идее, да. Не, убили жабу. Жаба, да, неприятный герой. И нужно что-нибудь придумать, блин, с камнями магии. Надо оружие зачаровывать. Здравствуйте. Правильно я сказал, да? Ага. Склеп нежити. О! Ну вот так вот, все, прошли мы еще полностью еще одну локацию. Убили босса, неприятного босса. Жаба вообще неприятный босс, честно сказать. Когда я играл первый раз, да, мне пришлось помучиться изрядно. Пришлось даже поплакать, притворившись мертвым скелетом. О, подождите, там что-то есть? А, это костер, да? Нафига резинку-то сделали, я не понимаю. Ну ладно. Еще, знаете, как забавно, да? Здесь есть НПК необычный, НПК. Когда ты заходишь с факелом туда, да, нежить, он начинает тебе говорить, типа, убери факел, там, и так далее. Типа, ты не будешь убирать факел, на тебя там все нападут, и так далее. Ну, а я, конечно же, не стал слушать, я ходил с факелом, на зло ходил с факелом. И в итоге, короче, я случайно убил этого НПК. Как оказалось. Ну, ничего страшного, я потом его воскресил за 2000 душ. Вот такие вот дела. Ну что ж, давайте сейчас мы будем заканчивать уже. Сейчас я гляну, что у нас здесь. Я опять же уже сам схожу на прошлую локацию, да? И досконально все посмотрю. Если прям найду что-нибудь такое сверхинтересное, я вам покажу обязательно. А если просто сундучок, ну и ладно. Призрачная стена впереди. 76 лайков. Ну ладно. Так что на этой локации лучше всего идти без факела, тогда нападать на нас не будет. Смотрите. Но это не он, это не НПК. Ладно. Все самое интересное я оставлю до следующей серии. Мы уже очень близко подошли к королю, господа. Там уже будет кольцо короля, и у нас уже будут новые выходы. Да, мы сможем открывать новые двери и так далее. То есть мы все ближе и ближе к концу игры. А пока что давайте тогда закончим. Всем спасибо за просмотр. До следующей серии. На!